Всем привет, Сумработаем Кинг, и в моей игре вышло обновление. И если вы не смотрели видео, то посмотрите, потому что там вся информация про обнову, там дофигища добавил, что я уж устал, но я это сделал, и тут уже челик бегает с новой секреткой, офигеть, как они это делают? Мне даже интересно, тут сообщений нету, тут выбил Хуга, и сегодня мы будем разбирать, как расшифровать код в секретную локацию. Смотри, тут что-то пишет. Да алё, шо алё? Чё, хакет код. Не, ну ты, конечно, гений. Надо как бы написать большими буквами. Смотри, хакет код. Смотри, проходишь. Все, проходишь. Не, я, конечно, не понимаю, как это должно работать. Но я уже написал код. Но если что интересно. В той локации, в последней, есть... если вы хотите сами разгадать, то просто посмотрите... расшифровку. Я уже написал, как бы, хакет код. Там, по двузначному коду надо угадать. Ну, не как угадать. Расшифровать. И тут у нас есть дверь. Если ты хакер, скажи секретное слово. Удачи. Если со мной дверь говорит, или я больной, у меня галлюцинация. Короче, пишем хакет код, и я покажу, что там находится. Продолжить? Yes. Какого хрена тут завис? Так. Тут у нас секретная комната хакеров. Они тут все взламывают, смотри, что тут делают. Да-да-да-да-да, смотри, они каждый, блин, что-то делают, короче, ладно. И здесь у нас есть секретный пэт за 1000 эк-токенов. У меня их сколько? 53. Но у меня этот пэт есть, поэтому, смотрите, пишем хакет. Хакет Гвардиан. 200 тысяч. Почему бы и нет? Секретный. Их вообще будет мало, так что для трейда хороший. Если их будет мало, конечно, если вы не посмотрели это видео, то их будет много, потому что каждый сейчас зайдет на это видео, узнает код и просто купит этого пэта. Но, ну, будет больше, значит, будет меньше валюты. Их будет больше, будет меньше тратить их, я не знаю, потому что они никакие не выгодные. Ну, прикольно, да. С циферками, да, вот как вот тут. Можем, в принципе, сюда засунуть. Черный квадрат. Обычный пэт, ничего такого. Это все в принципе, потому что 25 лайков набрали. Вот вам код. Ну, с вами был Сумработаем Кинг, ставьте лайки, подписывайтесь. И ссылка на игру в описании. Всем удачи, всем пока.